Члены участковых избирательных комиссий начнут поквартирный обход уже с 15 февраля. С 15 февраля по 28 февраля первый этап поквартирного обхода. С 5 марта по 16 марта второй этап поквартирного обхода. Целью такого обхода является информирование как можно большего числа избирателей о выборах 18 марта 2018 года. Кроме того, это позволит выверить списки избирателей, прикрепленных к избирательным участкам. Необходимо еще выяснить тех людей, которые хотят проголосовать на дому. Заявление, конечно, они в этот день не подадут, но член участковой избирательной комиссии уже возьмет на заметку этого человека. И если не поступит от него звонка в нужное время, он сам ему перезвонит. Также члены избирательных комиссий вручат катлашанам приглашение на выборы. Обращаем внимание жителей города на то, что при себе все члены избирательных комиссий должны иметь удостоверение с печатью, подписью и паспорт. Пускать их в квартиру или нет – это решение за владельцами жилплощади.